Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Дом и Сад Home Garden. Сегодня с вами я, Анна, и мы подготовили для вас очередную подборку под названием «Хвойные растения в ландшафтном дизайне ваших садов». В наших группах в социальных сетях ВКонтакте и в Инстаграме, ссылочки вы можете видеть здесь и в описании под видео, вы оставляете свои фотографии, их огромное количество, и мы будем стараться делать из них тематические подборки. Пожалуйста, в комментариях напишите, какие подборки вы хотели бы видеть. Может быть, вас очень сильно там интересуют сорта роз или оформление альпийских горок, может быть, прудов на вашем дачном участке. Мы обязательно сделаем такую подборку и учтем ваше мнение. Ну а теперь давайте посмотрим на хвойники в ландшафтном дизайне ваших садов.